Уехала пока к надежному на капельнице. Приехала. А у меня еноты почкованием размножились. Вот. Я боюсь теперь из дома уезжать. Кто-то подкинул, наверное. Такой холосенький. Привет. Здравствуй. Ты совсем маленький. И похож на тусю. На тусю похож. Вот смотри, такая туся тут есть. Туся, обормуся. Обормуся, туся есть. Да, почкованием размножились. Ой, тише, тише, не бойся. Тихо, тихо. Ой, бедный, на одеяло кидается, на пеленку. Почкованием размножились еноты. Было 4, стало 5. Ну что за дела такие? Ты мой сладкий. Не бойся, мой глазенький. Тусеночек, слезай с меня, жопка моя. Ты моя зобка, зобка, зобка. Зобка моя рыжая. Ай, ай! Ах ты, коза! Ты гляди, в порыве страсти маму кусать. Маму кусать в порыве страсти. Ай, 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 больно, больно нельзя. Фу, фу, сказала, больно. Вот так вот. Ты смотри, деловуха какая. Какая деловуха. Маму обязает, обязает маму. Ай, так, почкователи мои маленькие. Маленькие мамины почкователи. Ай, ай, да боже мой, больно. Так, стопы, все, сейчас приду. Да, мой сладкий. Тюма, мальчик сладкий, красивый. Ой, как страшно, страшно мне. Страшно, очень страшно. Да, боже мой, Туся. Укусила, все, довольно счастлива. Довольно счастлива, укусила. Все, мама с дома больше никуда не поедет. Успять енотов маленьких одновременно. Это я не выдержу, скорее бы Миша приехал. И Олеся бы вышла. Скорее бы, скорее бы. Так, куда ты, почкователь мой маленький? Тихо, спокойно. Так, тряпку брось.